Руководители спортивных учреждений 8 территорий Пермского края встретились сегодня в Кунгуре. В Центральной библиотеке состоялось совещание по вопросу методического сопровождения организаций, которые осуществляют спортивную подготовку и учреждения в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований Пермского края. С приветственным словом перед участниками выступил глава города Кунгура Сергей Гордеев. В рамках мероприятия прошло методическое занятие для ответственных за антидопинговое обеспечение. Подобные выездные совещания проводятся по всему краю. Сегодня основные моменты будут доведены следующие. Это что организация, которая находится в сфере образования детской и юношеской спортивной школы, здесь вот и большинство сегодня из присутствующих у нас участников семинара руководителей, если она нет у нее возможности, не соответствует критериям по спортивной подготовке, то организация имеет право создать структурное подразделение для тех спортсменов, которые занимаются в спортивной школе и имеют определенные результаты, результаты достижения по виду спорта. Точно так же обязательно и соответствие должно быть у тренеров, то есть у кадровое соответствие, соответствие с профстандартами по должности тренер. То есть вот это основная информация, что нельзя осуществлять выезды обучающихся детской и юношеской спортивной школы за счет средств по разделу финансирования 11.0. То есть это нарушение.